Большой радость. А вы местные, нет? Здесь где-нибудь рядом автосервис есть?
Thank you.
возьми. Второе, то седьмое. Там в городе уже маленькая. Вас начинают тихо ненавидеть. Естественно. А как нет, ты хотел, чтобы вас любили, что ли? После всего этого ты хочешь, чтобы вас любили? Молодцы, блин. И рыжий, вот Валера прислал там фотографии. Посмотрел на награждение, да, там на этом самом. Ты видишь, самому снимать не получается. Ну. Даю в, вот камеру руки фонарям. Смотрел, такая билиберда, блин. То есть, как бы, что-то... У них девчонка была, вроде неплохо у них получалось, а так клипчики такие лепили неплохие. Потом сейчас девчонки не вижу, уже пацаны какие-то занимаются. Но их я еще работы не видел. Там от монтажа зависит, можно же это самое лихо собрать. Лихо. Даже с разных камер, с разных крупностей можно хорошо насобирать. У тебя-то этот очень хороший фильм мне понравился. Какой? Который скорее, когда гнали яхту. А есть ты эти одна не ошибочка. Кубовские. Нет, слушай, нет. Еще два кубовских есть. Тренировались. А тут на всю, и на греблю, и на парус, где 5 человек ходит. И то тренировки, то есть. Женя собрался. Ну, тренерская база, она тренера как сторожа, понимаешь, числится. Что говорить, кто там будет, что делать. Блин, жаль. Я занимался в детстве парусом, это жалко. Парус вообще делал такое. У нас надо. Совсем все по-другому было. Совсем. Ну, может, они ее хотят загнобить просто-напросто, и все-таки отметили. Сейчас, понимаешь, были под Риму, сейчас под этой, под Юсича, или куча букв, блин. И у тех финансирования нет. Тем нужно, вот я разговаривал вчера буквально, нужны только журналы. Вот к нам ходят, вот занимаются, вот туда-сюда. Что здесь творится, им все равно. Вот они журналы показывают, все, они еще держатся. Хреново дело. Батя вчера тут вот так слез. А, я все, Валерке, звоните же. Валер, ты снимал хоть лодос? Я говорю, он тут залез, блин, вот так вот. Ну, молодец. Тут народ, как бы, все нормально, один тут гнида какая-то нашел. Я уже не выдержал, я ему сказал, дядь Жень. Да кем он это пиздобол? Я ему, сейчас я камеру выключу, чтобы звук не писался. Да кубка будет перерыв с гонками. Вот, сейчас. Саш, осенний когда? Осенний есть же залив Петра Великого, нет? Есть, вот он начинается. А он два раза в год, да? Нет. Один? Чемпионат России, кубок залива, да, Петра Великого, он в сентябре, со второго. А вот который был недавно? Это кубок 7 футов был, чемпионат города был, потом 50-мильные гонки были. А-а-а. То есть гонок всяких много. Вот на эти выходные будет Невельской. Я а на него, вон, на него не пойду. Не, ну, это как бы пьяная гонка. Владивосток-Миноносный. Вот. Потому что у меня уже